23 марта на сессии Совета депутатов Сиверского сельского поселения состоялась инаугурация нового главы Григория Шакуна. Выборы состоялись 21 марта путем тайного голосования депутатов. По традиции, вновь избранный глава Сиверского поселения принес присягу. Вступая в должность главы Сиверского сельского поселения Сиверского района, клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы Краснодарского края, устав муниципального образования Сиверский район, устав Сиверского сельского поселения и другие нормативные акты местного самоуправления. Пожелания и напутственные слова прозвучали от представителей районной власти. Надеюсь и уверен, что вместе с депутатами, вы, Марина Николаевна, Григорий Александрович, как вновь избранный глава, вы будете работать одной единой командой на благо и процветание Сиверского сельского поселения, Сиверского района в том числе. Ну и масштабы всей Кубани. Вам придется много еще сделать, а помощников будет не столько и много, как бы и казалось. Вот депутаты – это ваши главные помощники, квартальные – это ваши главные помощники. Григорий Шакун обратился к участникам и гостям сессии с ответным словом. Хочу отдельно поблагодарить главу Сиверского района Андрея Владимировича Дорошевского. Хочу поблагодарить Совет депутатов за то, что поддержали мое выдвижение. Безусловно, для меня это очень важный и волнительный момент. Я осознаю всю степень ответственности, которую беру на себя. За два предыдущих года Андреем Владимировичем был задан высокий темп развития нашего поселения. Будет не просто соответствовать, держать марку, как говорится, но мы совместно с вами, с депутатами, приложим все усилия для дальнейшего развития и процветания нашей станицы.